Нет, это не стройка. Это вот эти огни на дороге. Это специально бросают такие дымящиеся факелочки. Вот они горят. Значит, здесь была авария. И вот тут видно, вот она стоит, видишь, разбитая машина. Я понял. Из-за этого пробка на дороге, мы очень удивились. В 10 вечера едешь и не проехать, не пройти. А тут вот, оказывается, все-таки была авария. Понятно.